Слот. Так. Дальше ставя АДК и остается Holy Priest. Наград у нас гильдии был. Налег, это дуб, курю. Здорово, Трися. Здорово. Что я могу Холи Престом пойти или кем-то, если шаман будет? Каба. Каба. Тут еще. Прошли Аршама и ВРС. А Ваня Холи Престом зайдет. Чем ты спрашиваешь, РС? Ладно, Ваня, заходи на Холи Приста, там Аршама найдем, надеюсь. О, как их КВК так не задят. Буду я потом буду тоже занят. Я буду ИВК собирать. Так. Снимай пати. Паладины разобрались с бафами. Шуленько бафы. Вообще не слышно, что ты говоришь. Бафы тогда кулак, экстримка каску. Понимай сумму. Ты уже получал ЕП же на Дорнвер. Не было в рейде. Че, я пока миников-то побью в ДД, да, потом спекнусь. У нас... Погнали бить трэш. Кто-то пал у нас первый раз в РС, господи. Второй раз. Свет будет Макгрегор кончить, да? Да нет выбора. В руне это кот? И со мной, наверное, Хазарак будет хилить. Разница. Ой, вообще хорошо хилит. Ну, я с ним хочу. Я чувствую Хазарака. Наверное, Давайте звездочку бьем. Тяните звезду. Сливы, ты где? Пробую собрать мобов. Моба бегают по всему рейду. Выделить цель, там, допустим, пробудитель. Нажимай на него длань, возмездие. Он согреется на тебя на 2 секунды. Ты можешь кинуть на него щит мстителя. Птичка летит домой. Это страшновато, как идти в РС сейчас. Сливы у тебя есть, Гойчар? Ты Фога был, да? Да.
после, ну, если будешь затвайпаться, будем, придется менять, наверное. Не, ну давай хотя бы я попробую, я все равно там танком буду, буду одевать. Она на... Ну давай. Ну я в принципе понял, что делать. Стою в рейде, агрю мелких мобов, даю различные депы. На просто мейн танка, на себя. Просто агрю стоишь. После метеора разливаешь сразу лужу под фрейм. Смотришь, как трэш идет, куда он идет. Лево, справа, там кидаешь и мститель, потом станут и так далее. Спасите, я под этим деревом. Сделай себе макрос. Сразу мастаунт по этому, по фералу, по АДК и по хилам. По холипалу и вершами. Давайте. А, стой, счастливый, не иди туда, там трэш сагерит. Нет, это про Дупал говорю. Полипалу, да? Настань. Фэрол, да. Там еще один трэш спулили. Ну а зачем? Убейте. Не надо звезду убить. Счастливо, не забирай звезду на себя, ее забирает БДК, отводит от остального трэша. Да, командир дает баф остальному сильнее бить. О, класс, натанчите. Давайте в звезду играем. А куда вы командира к трэшу агрите? Подведи вообще под него, прям подведи, ничего страшного. И так сойдет. Так там танк Макгрегор, чего вы хотели? Так он же танчил уже. Он же нормально танчит. Ну короче. То анар, то нормально танчит. Залка пару остаться в танке. У нас проблема с ним. Он стоит в АДК, дамажит. Пешка гуляет по рейду. Прикольно. Бля, сейчас прошу, бьем спекнуть танк. Так какой смысл тогда уже? Слышь, Трися, ты слышишь? Чё? Знаешь, какой минус, блядь, Warcraft 3.3.5, я вот сейчас только понял. Да, мы знаем, тут, ты говорил. Тут уже. В чат нельзя картинки кидать. Говорил об этом, не знал. Ты знал? Я думал, потому что там будет играть. А ты что, хочешь член кинуть, что ли, свой? Картинки можно кидать. Банк. А что, в Дреноре можно уже? Что там, классика, Тихирова, знаешь, такой там последний, что можно уже? Ладно, что? Пошли сюда. Дайте столик. Рыба кончилась. Я представляю, как бы там писюды кидали. Рыбешник. Столик, умоляю. Тыкайте. Зарак, ты... Дайте столик, маги. Даю. Спасибо. Зачем столик по резке? Все равно после каждого вайпа дают этого рыбу. Да хотя бы сейчас покушать. Ты ваш... А, ты нет. Голодал, что ли, там или что? Нет рыбы. Конечно. А вот есть. Тут осторожно, танка хорошенько хильте, у нас один хил отошел, 4 идем. Тип бафы, пороги, каску, кулак. Ага, лап. И кристаллит. Что вы хотели, Машуленька, Войт Холли и Экстримка Паладин? Ладно, гуляй так, Макгрегор. Размечтались, бафы какие-то просите здесь. Наверное, хилошмо тебе, да? Господи, блядь. Ну давай, хоть один, но под морду донесет. Это... Трусы, да? Сейчас будет дыхание, и... А, ну ладно, это протопал, да?
Протупалый маг. Зацелился, все нормально. Это ДПС больше, да? Горите в огне, хозяин! Нет. Да сейчас сольются все равно. До хрена придем и... А у нас есть в рейде чувак с ником неизвестно? Это я. Нет. Теперь... Макгрегор, ты будешь танчить босса, стереть первую копию, счастливый вторую. На второй копии, счастливый, прожмешь сакру, кинешь капельку на одного из БДК, у кого будет меньше хп. Чек. Скорее всего на стереотипе. Пуляй. Это Рамзес. Цирк приехал. Не прогрузилось у тебя. Просто ты в ЧС кинул, он стал неизвестным. Нет. У меня на всех персах ЧС пустой. Это не прогрузилось просто у тебя. Релок нужен тебе. Это значит, что надо вовку удалять. Похоже. Это просто она не умеет пользоваться ЧСом, не знает где. Тут много чего кто не знает. Один наш поводырь Бибоп все знает. Не знаю. Ты знаешь, что сейчас будет сакра. Твою копию. Прямо сейчас. Сильнее страдание. Нужно подойти поближе. Не достаю слишком далеко. Минус один. Дальше. Стереотипа не хилят. Хильте стереотипа. Стереотип помирает с мертвых. Срезочку. Но... Клуб эти хуже, да? Всего. Раз, два, три, четыре, пять. Всего шесть упало. Семь. Слышишь, я реально... Ну, Ваня больше умеет читать просто, блядь. Семь с половиной. Джерик, кстати, говорил, что здоровый не падает. Джерик упал, да? Кто-то сагрил. Кто не босс. Бегите, глупцы. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были. Как-то они тут странно начали работать. Он первый кастанул этот эту херню. Потом вообще не кастовал. А потом в конце кастанул. Сбили. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. После сбили. Маша, будут какие? Я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я... Ну ты видишь, тут танки и так не супер скиллованные. Сливы, останься в танке, помоги потанчить два моба. Дал тебе лапу, либо нет. Лак по ДК. Рамзес, ты зайдешь? Ты сама.
Ладно, релох. Кто-то уже спулил. Можешь поддохнуть, пока постоять. Еще релогнусь. Угу. Так, кто хочет попотеть в свету из Рестер Шаманов? Казрак. Я на нём просто написал. Смотрите, вам там свой дом хилить, там бы третий хил бы. Ну, хоть флешками хилит, если вы не знали. Ты не забыл, что на перефазе надо частицу на танка с големом, да? Угу, я макрос написал. Крест шаман дать. Вообще, всем бы крест дать. Да, ой, ты... Ой, ты раздаешь крест. Ты раздаешь кресты по рейду. Скилл называется... Великая мудрость. Прославление мудрости. Позже на крест. Иконка на крест похожа. Ее надо раздать по всему рейду. Ну, не по всему, ладно. По кастерам. Понял, да? Есть у кого рыба? У кого-то с розовыми волосами там. Кто это? Тролль какой-то. Пойду за рыбой. Есть, я есть, я поставил. А, вот она, да. Так, давайте по хилам. Войд, Хазарак в свету. Во тьме все остальные. Ваня, диспелишь тьму. Пеппер, ты варка. Опа, приветики всем. Привет. 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 Диспелю любую фазу. Могу даже третью. Диспель только третью фазу. Первую фазу хилы диспелят. Четвертая пати, остаемся добивать големов. Кто протопал святую? Какую ауру ставит? Ауру на бронь, верно? Тайф ауру на броню. Ставит. Ты не стакается, когда... Она же стакается. Тем более она у него улучшенная. А холипал ставит либо огонь, либо сосредоточенность. Сосредоточенность. Тотем тоже на огонь можно поставить. Так. Стереотип танчит. Ну, Грегор свет. Чек. Кресты не забываем бить взрывом разума. Пары стакать раскол. Печать на хп перед заходом во тьму. То есть надо подойти к танку, который танчит большого голема, и прожать крик. Командирский крик. Ну, начинай стереотип. Счастливые во тьму выходят, потом обратно, да? Ну, это пожелание. Ну, не знаю, может длань покидать там. Да. Дерево. Пиво на семятку. Так, побежали, метеор. Концентрация потеряна, дайте бафы пороги. Счастливый, смотри, трэш. Лужу разливай, таунты. Так, Азарак, вынеси метку.
Леша, не бей грозой, что я становлюсь злым от этого. Приехали он. Дали квадратик, сейчас будет следующий пор. Дайте кулак породе. Пол метка, машулька. Метеор. Смотрим глубже. Одевается плохо. Это вайп. Цитриновый на семетку. Алена играем. Сразу заходи, прожимай незыблемость, рейд, заходим во тьму, четвертой пати остаемся добивать големов. Кружочек сначала бьем. Гендаль, я не вижу взрыва разума. Верно, ты чешку не хочешь. Дайте кулак в роль. Машуленькой. Машуленька, Рога находится в третьей пати, Нерион. Выдели его в таргет и прожми клон. Угу, отлично. Кстати, когда зайти? Ну да, лучше ему кулак дать, а то он вас вообще ни дня потом обосрет. Столб метка. Заходи. Могу резко его? Не, да, подымай его. Поднимай, я оставлю. С вашего хода Джиндоу зашел во тьму, молодцы. Ходите во тьму быстрее. Талик, куда? Толпы на семетку. Лэйшин на столбу, Фроня и на Зараку. Пристабав, каску по сове. Нет, не по сове, по магу. Крест по столбу. Тебе тоже плохо слышно. Ты что-то про цены на товары говоришь? Непонятно. Да, завтра скидки, пятница. Все два. Смотрим. 52. Лезвие закончится, появится метка и переход на фазу. Смотрим, фаза. Пойдем свет, машуленько, выноси метку. Не в портал, не туда, нет, видишь, молодец. Выходим в свет. Становимся в квадрат. Хазарак, давай рост. Тебя очень много маны, я смотрю. Кресты бьем взрывом разума. КД на Инер еще 3 минуты, если что. Зарак, выноси метку. Лэшен, ты диспелишь, не забывай. Дали в квадрате. Метеор, побежали. Столб давай рост во тьме. Смотрим, как разливается лужа. Потом бьем большого голема. Уже в рейде отошли от лужи, давай сакру. Сакру, давай гильдаль, выноси метку. Гильдаль, метку выноси. Большого голема сыграли все. Алену все это пока не бить, бьем только трэш. Нет, метка. Уже КД. Гильдия Волл Мэджик, остановимся в худую сову, квадратик, метеор на танке, смещайтесь, поворачивай на рейд, Макгрегор. Да, еще да. Квадратик, смотрим, как лужа разливается. Хоба, и лужа в рейде. Лэшен, выноси метку, сыграли большого голема, сжимай кожу. Играем только большого голема, потом мелкий трэш. Шесты, маги, дотем, Халиона и Голема. Фокус хира, гимноману. Фокус хира, гимноману. Лудялин, выноси метку. Хазарак, ставь тотем. КД тотем. Ну, неправильно ставил, значит, молодец. Побежали, метеор. Дейнера еще 30 секунд. Смотрим, как разливается. Да, я живу. Лужи разливается плохо. В рейд идут, караул. Стали в квадрат. Машуленька, метка. Лэшен, метка, играем большого голема. Молодец. Фроня, поднимай Джиндоу. Фроня, поднимай Джиндоу. Да лучше хила пускай поднимает. Нет, хилы все живы, вставай быстрее. Фокус хира, метка. Играем. Она залил. Счастливый, счастливый, ты сейчас на перебежке кинешь каплю на Макгрегора, окей?
Не, не кидай. 40%. Так, скажите, когда во тьму зайти, ладно? Заходи быстрее, заходи. Отошли от лужи, лужа в рейде. Гильдаль гимна отхил, фокус хира метка. Большого голема играем. Лидер столову, пожалуйста. Ты что тут? Сейчас будет. Отводи! Не отводи! 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 Отводи дальше, отводи гильдаль дальше. Гимнаман. Бою. Почему ты не отводишь трэш? Почему ты не отводишь трэш? Господи, ты что? Ты неадекват какой-то. Побежали метеор. Маны, не большого голема. Нету маны. Отбежали в квадрат. Диспельте возьми там вместо меня. Диспелли. Отводи дальше, знаешь, поразмесь срезку, все гимна отхил отдали. Гимна отхил фокус хера. Большого голема сыграли. В столб встанешь. Вот тут уже огонь. Да тут мы дохилим. Большого голема играем, большого голема. Тимон, Рамзес, выходи в свет, будешь бить Халиона сейчас. Побежали, метеор. Большого голема сыграйте. Мне пизда. Я вижу. Ладно, падаем. Счастливо, у тебя все в порядке с глазами? Да все в порядке, просто маленько читаю. Фильм мне ГП там. Но смотри, ситуация. Ты такой стоишь, трэш стоит, ну, держится на тебе. Я говорю, отведи трэш. Проходит 2 секунды, ты стоишь дальше с этим трэшем, он растет. Я повторяю фразу, отведи трэш. Трэш дальше растет, вырастает до уровня босса. И еще раз повторяю, отведи трэш. Подожди, какие-то проблемы, походу. Смотри, вот ты счастливый, ты пришел, ты не знаешь нихуя тактику. Если ты не знаешь, лучше спроси. Твоя задача большого голема и маленьких 10 големов держать друг от друга на 30 метров далеко. Если ты будешь ближе 20 метров их держать, то они будут вырастать. И ты умрешь с одного удара, блять, маленького голема. Ты это знаешь или ты этого не знал, блять? Ну зачем ты это повторяешь? Это уже все. Я это объяснил сначала, я просто думал долго, куда отвести, потом сообразил и не повел. Но он уже вырос, и я не успел. Вот вся моя беда. Тактики, рыбы, помолчи, Войд, пожалуйста, помолчи. Тут дело не в тактике, а в самой реакции, логике человека. Да, ему говорят, он... Так, да. Я первый трэш нормально сообразил, я его отвел, второй я маленько затупил, да, вопросов как бы какой-то вам нет, это мой косяк был. Сейчас я понял, что ты понял. Ты не должен соображать, блядь, ты должен... Так, смотреть, кто еще там падал у нас? Машулечка, много раз. Да, два раза. Падал Машулечка, она... С Джерем. Протопал, что-то вообще трэш не держит, походу. Ну, кажется, ты обновляешь бомбу? На переходке, когда перебегаешь метеора. Конечно. Да, я не знаю, в чем проблема. Не, не может быть такого. Трэш как просто. Как мелкий сорвал. Трися, Сань. Ты же большого бьёшь. Почему он так? Я большого бью, я не знаю, что такое. Так, Машулечка как умирала? Там не дохилили, не успели. Там ДК умирала, мы ДК хилили. То есть не от лезвия, да? Нет, это нормально все было. Ладно. Можно было поражать бабл или хотя бы флешку на себе кинуть. Но это слишком много прошло, наверное. Вроде никто больше не умирал, да? Крест раздайте. Ой, это прям заново. Крест. Уходим за линию. Ну а так нормально танчим. Давай стереотип, начинай. Сейчас если кто-то упадет, это вайп, у нас бэров нет. Флэш не прожимай, звездопад. Давай вайпом больше, вайпом меньше. Ну,
да, фон метка. Ох, и хера себе, кот реактивный. Да, да, перебегаем. Если бы немного улетели бы все. Правильно стояли, но... Реально метка. Растут мелкие. Мелкие растут, отводи. Ты нормально. Опять начинаешь, блин, ты без этого. Сорян. Да они же растут, блин, на них написаны стаки даже, там увеличиваются стаки, это все видно. Так, метеор, там здесь неправильно вынес метку, побежали. Смотрим, лужи как падают, развиваются точнее. Метка. Калион играем. Идти в заходим сразу. Рейд заходим, играем в кружочек. Лэшен, заходи во тьму. Только нормально сейчас скажите, когда можно заходить. А сейчас скажу. Так, Уэд отошел пока, накинься сам. Я столбу и наркинул, если что, хазарку заливаешь. Грегор, ты стоишь в луже. Прилично стал, нормально. Да, она дамажит. Катик, это зайти. Сейчас, лезвие. Слива метка. Давай. Заходи. Заходи. Хазарки я тебе поставил. Заходю. Ты кому Инер заливал столбу? Да-да-да, хазарку заливай. Хазараку заливайте, какого без крылья. Метка слезена на время на англих. Пятьдесят шесть. Сколько? 53. Готовьтесь. Готовлюсь. Идем метку. Не выходите как Джерри. Сейчас бы опять нас Джерри лайкнул, да, Джерри? Как на ханте было. Входим в свет. Дарак, давай рост в свету. Лейшн прожмешь на первом, пата на втором. Исповедь. На первом прожимаю. Сбежали метеор. Смотрим лужи, играем большого Галена. Фридом только хилом. Поет холли метка, танк прожмись. Должны жить. Прям большого голема. Он лиф метка. Агро, агро, агро. Пука! Клон, ничего страшного, встали в квадрат. Бывает. Будет метеор, Рамзес метка. Бежали метеор. БР, у кого без КГ? У меня лишь. Снимаем машульку. Лужа в рейде, отбежали. Джаспанк метка. Ну, подымешь ее, она сзади лежит. Ну, подымаю, нет? А я что сказал? Вставай, 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 вставай. Катя, когда во тьму зайти? Свет столько. Заходите быстрее. Стали в квадратик. Можно заходить в тьму? Да, да, заходи быстрее. Это не бейте, сказали, алё. Бейте. Все, уже не заходите. Поворачивай на рейд, поворачивай на рейд. Броня. БР без КД. Опять войт холли метка. Счастливый, прожми сакру сейчас. И срезку, и отведи подальше трэш. Ч,
Че в руне? Подымай, Рамз, есть БР у тебя? Есть, только что откатился. Сейчас перебежим, подымешь Вара. Вар, ты здесь? Да. Встали в квадратик, Джерин, выноси далеко метку, рядом с тобой люди. Встали в квадрат, подводи трэш в квадрат. Встали в квадрат, сейчас счастливо кидай длани на Макгрегора, капли, побежали метеор. Талька, метка. Опять смотри, где я. Подымай Рамзеса, Хазрак, метка. Гимн от Хил, Гильдаль, потом гимн на ману поешь. Сыграли все в большого голема. Как заходить во тьму? Скажите, когда зайти во тьму? Стойте. Жди. Киньте счастливо, у него способилась резко уже. Нейрион, выноси метку. От него отошли, подальше, отойдите подальше. Встали в квадратик. Заходи. В квадрат. Лэшен, отойди от босса. Заходи, Рамзес. Побежали, метеор. Калену, Ситу не бьем, ждем лужи и трэша. Дошли от босса. Джаспанк метка. Стенер. Виннер заливаю. Играйте большого голема. Все в большого голема играем. Хильте хорошенько протопала. О, срезка уже была и била прошла. Счастливый, выноси метку назад. Давай, встали в квадратик. Листы не забываем бить взрывом разума. Нажаться нечем. Ну, если есть капли, кидайте каплю на БДК. Переживи, вот еще 10 секунд и убьем босса. Джаспанк, выноси метку. Последний трэш добиваем. И все, босс убит. Отведи подальше трэш. Отведи подальше трэш, срезку прожми. Если есть, конечно. Алена, Ситу пока не бей, добиваем трэш. А куда уже остался? Рамшут. Все, Берса. 40 тысяч секунд. Тупо попустили, как дурочку, блядь. Чего вы так диспелите? Это не я. Сразу говорю. Привычка. Защити его, сорян, ребят. В конце понял, что делать. Просто реально первый раз танчил, вообще первый раз. Ужас, короче. Ну, вроде понял, как делать. Да ничего. Видимо, не в тактике. Не знаю, в реакции или где-то. Почему меня убивает у него под пузом? Объясните мне. Не знаю, это баг такой. Он завидует твоему пузу и убивает тебя. Ты тоже завидуешь, да, Серега? Да, мы все завидуем. С Холи Павел Дурки, короче. Да, ролик. Кожаные чуть-чуть лучше. Броней. Поэтому кожаная лучше роль. Хуже. Любого хила лучше этот камень. Ты там можно камень желтый на энту ставить, и будет бонус сокета. Там все равно будет умер. Так, будет хил первый по ПР. Чешка с ГП идет? 10%. Не с ГП. Так, чё, ЭВК, да? О, можно, да. Чё, ХПС нормальный у меня, Сипа? Да, всё супер, никто не падал, кроме... того. Бля, я не знаю, как я падал, я бегал под ним. Почему я сдох, я не знаю. Сейчас я на ПР захожу. Тебе надо эти тапки, Войт? Есть такие. Надо в три тапки, чтобы Вальку хилить. Блять, в эти тапки из-под. А чё туда чарить? Ну давай бесплатно, если там не надо никому. Не знаю, но сила атаки, наверное. Так он на шулечке ролил, не? Там же латы. Всё, я... Я ботинки, да? Я просто не заметил. Напиши в чате, что. Тебе надо, я отдам. Да, надо. И на офспек. Оф. Взлети, где этот полетник, короче, я тебя передам. Вот у меня есть такие. Ладно, всем счастливо, православные, до свидания. Да. О, тут не только православные. Короче,
как получается, вот протопала прошибает жестко, и его получается рука хилит, и я хилю, да? Да. Ну, основной это Эршан должен хилить протопалу сюда. Я смотрю, прям, блядь, у него 5% хп, сука, свет кастуется еще полсекунды, блядь. Не знаю, как он выживает. Ну. Может, он еще некоторых мобов спиной ловит, там если их спиной там пара мобов становится, то они сильно пробивают. Не, спиной не ловил. Не, половина мобов я там ловил спиной магом, это по-любому, блядь. Ну вот, прошел экзамен на холи пала.